Замерзнул. Vættir hef eigi þarf sér til, eru byrðir og illir. Mun alltíð vera dýrari en maður vill. Bakaræ. Nú, ein mánuður. Накину-ка я капюшон. Прошу, не стесняйся. Все это делают у нас. Может, подобрать тебе что-то еще? Мне пора. Увидимся. Thank you.
Отойди. Весь твой рот смердит! Ты добился, чего хотел, Эйвор. Но что-то как будто омрачает твою радость. Горм здесь, с остатками своего клана. Как этот тролль посмел высунуться? Не время для этого. Здесь действует перемирие. И Горм слаб. Он ничего нам не сделает. Он всего лишь пятно на штанах отца. Я его уничтожу. Не сегодня, Эйвор. Оставь. Басим, проследи, пусть хорошенько согреется. Я найду отца и провожу до длинного дома. Как скажешь. Как там Хайсом? Былое здоровье ему не вернуть. Хорошо, что ты сделал то, что не удалось ему. Решимость помогла. Ты не видел у Кьотви особый знак? Серебряный, размером с ладонь, с изображением ясеня. Возьми. Продай подороже. Я знаю, где лагерь Горма. Если хочешь встретиться с ним наедине... Могу научить одной уловке. Уже ищешь себе нового ученика? Ладно, давай. Что мне делать? Плащ послужит тебе покровом. Смешайся с толпой. Стань незаметным. Прячься на виду. Ты делишься секретами с тем, кого едва знаешь. Уж не предлагаешь ли ты мне вступить в ваше братство? Вовсе нет. Если люди борются за честь и свободу, мне не важно, кому они при этом служат. Думаю, ради чести не стыдно иногда прибегнуть к обману. А Горм – пятно на моей чести. Давай посмотрим, как можно его вывести. Попробуй. Прежде чем ты войдешь в лагерь, расскажу еще кое-что. Ходить незамеченным по территории врага – это искусство. Когда ты в капюшоне, тебя не замечают издали. Держись подальше от любопытных глаз, и тебя не увидят. Не обнажай оружие. Резкие движения привлекают внимание. Напоминаю, чтобы уловка удалась, нужно надеть капюшон. Горм там. В лагере впереди.
Это надо же! Кто же пьет мед на голодный желудок? Чтобы столько пить, надо сперва что-нибудь съесть. Как говорят, сытого мед не берет. У меня есть баранина. Ты идешь? Пихнуть свои кишки обратно. Вот же была потеха. Мне пока не везет. Эйвор! Жалкий трус! Бери оружие и пойдем отсюда. И пусть Один рассудит нас. У нас перемирие, так что хель тебя и твоих богов. Что скажешь на это? Ты можешь меня избить, но не можешь убить! У нас перемирие! Перемирие нельзя нарушать. Иначе тебе придется уйти из Альрикстада. Я вас не потревожу. Ты был рожден бесчестным мерзавцем, Горм. Твое место в самой глубокой выгребной яме Хель. Продолжай, Эйвор. Так ты станешь легкой добычей. Альтинг начался. Нужно найти Сигурда.
чем дело? Кто бьет в барабаны войны? Вот это да! Ты викинг и видел много битв. То, что нужно. О, и для чего же вам нужен викинг, что видел много битв? Когда-нибудь мы станем величайшими воинами. А волчьи стаи будут петь скальды. Но нам нужно поднатореть в набегах. Идем в набег? Тогда вперед. Три волка, и я буду четвертым. Волки, вперед! Волки! Были они, как четыре лапы одного зверя, и шли убивать, разрушать. Пришли в деревню, держа наготове факелы, топоры и клинки. Они хотели убивать. Большой волк крушит всех и вся! Осталось только увести трелов. Встань на колени перед предводителем. Удачный набег. Да. Ты помог нам расправиться с кланом Ворона. С кланом Ворона, говоришь? Да. Как в рассказах о Кьотви. Когда-нибудь я стану как он. Смерть Стюрбьорну! Смерть клану Ворона! Волчата Кьотви. Однажды мы встретимся на другом поле боя.
собственной глотке, я хочу пить! А, хочешь пить? Выпей до дна быстрее меня, и победа твоя! Хочешь сделать ставку? Серебро на бочку! Значит, на все? Сколь? Ха! Давай пить! Крестим рога! Побеждает тот, кто выпьет быстрее. Бери рог! Скажи мне, что Горм жив. К сожалению. Да. Спасибо. Его день придет. А, не люблю длинные речи. Но любишь их произносить. Многие здесь знали моего отца Хальфдена. Это был великий человек. Его ногу зарыли у нас. Богатый же был тогда урожай. А у нас зарыли его зад, нам досталась только грязная речка. Я хочу большего. Создать королевство воинов, какого еще не видел мир. Под рукой одного короля. Единство силы. Мы пролили много крови, сражаясь друг с другом. Сегодня мы объединимся, чтобы покорять новые земли. Лучшего короля, чем я, вам не найти.
Я сражался с самого детства. Я вел самое большое в Норвегии войско. Но мудрый король ищет искренних советов. Так что я спрошу, кто из вас против этого союза? Я тебе не враг, Харальд, но и подданным твоим не буду. Завтра мы отплывем к другим берегам. Мои земли теперь твои. Жаль это слышать, Хьор. Твоя жена согласна? Она разве не устала от странствий? Мы с мужем одно целое, король. Когда я с ним, странствие мне в радость. Мне жаль отпускать такую женщину, как ты, Льюфина. Но я понимаю. Пусть норны благоволят вам. Мой король, я готов принести тебе клятву верности. Горм, сын Кьотви, ты смеешь здесь появляться? Разве Стюрбьорн и Сигурд не избавили от тебя наши земли? Клан Ворона оскорбил меня, король! Моего отца отравили! Его достойная смерть стала предметом насмешек! Бакрут, ты лжешь! Стой, Эйвор, не вмешивайся. Серьезное обвинение. И при этом ложное. Мой дядя все видел. Эйвор, брат Волка, ты убил Кьотви. Этот человек оклеветал твой клан. Что мне с ним сделать? Я бы отправил его в Хельхейм вслед за отцом. Понимаю. Но быстрая смерть слишком хороша для него. Горм для ворон корм. Отныне ты изгнан. И я сам тебя им скормлю, если не уйдешь до полной луны. Король, ты позволишь? Говори, конунг Стюрбьорн. Мой род владел этой землей, еще когда сам Один бродил среди людей. Мои владения невелики, но оплачены кровью. Победа над Кьотви доказала, что мы не сдаемся без боя. Все здесь теряли друзей, братьев, сестер, сыновей и дочерей. И меня не миновала эта участь. Пусть тот, кто ищет войны, проходит мимо. Если при Харальде у нас будет мир, я преклоняю колено. Что? Что во имя Хель ты творишь, отец? Провозглашаю мир, Сигурд. Все наши войны окончены. Ты ни слова не сказал мне об этом! Я не отдам никому то, что мое по праву! Тогда войны продолжатся. Будут умирать люди, будут гореть деревни. Мир возможен только с Харальдом. Ты умрешь, как Трелл, хмельная скотина. В одиночестве, лежа на соломе. Прости его. У него слишком горячий нрав. Я не сержусь, Ярл Стюрмбьорн. И я благодарю тебя. Многие боятся перемен, противятся им, но у всего есть свой конец. Этому нас учит Рагнарёк. Мы скоро поговорим. Это как удар в спину. Ты знал, что сделает Стюрбьорн? Да, я знал заранее. Но я его не принуждал. Он сам принял решение. Ты не мечтаешь о славе, Эйвор? Моему клану нужны такие воины, как ты. Наши с братом судьбы связаны. Куда Сигурд, туда и я. Если бы я мог тебя понять. Я не доверяю тем, кого не понимаю. А без доверия я не могу. Тебе нечего бояться, король Харальд. Я верен своему брату Сигурду и не желаю тебе зла. Тогда знай, что если вы оба останетесь, и ты, и твой брат должны служить мне. Даю тебе день на раздумье. Но поговорим об этом в другой раз. А сегодня будем пировать и встретим рассвет в новом королевстве.
Цвета Харальда спешит объявить эти земли своими. Объявить? Боги, да он метит их точно щенок! Харальд молод, но очень умен. Не стоит его недооценивать. Он быстро стал взрослым. Эй, ты! Что ты делаешь? Хочешь поговорить? Иди сюда! Ты из людей Харальда? Да. Король желает лучше знать земли, которыми теперь правит. Вот и все. Позволь спросить, ты сам из тех, кого он подчинил? Лишил ли Харальд земли и тебя? Нет. Моя семья жила под его рукой со времен его отца, Хальфдена Черного. Что ж, добро пожаловать в Форнбург. Смело, есть еще. Покупаешься с умом. Такого у меня много. Выбор. О, спасибо тебе. На этом все? Мне уже пора. До встречи.
Не нравится мне, как они на меня смотрят. По-моему, это лестно. Думаешь, один из них женится на тебе и увезет в столицу? Возможно. Он просто развлечется и сбежит, глупая ты сорока. А тебе придется одной растить ребенка. Похоже, ты умеешь играть в кости. Это Эйвор. Открой дверь. Входи, только тихо, чтобы не слышали люди Харальда. Где мы будем жить? Англия не сдастся, и война будет вечной! Или они сделают из нас христиан! Тихо! Все, слушайте меня! Два дня назад мы избавились от Кьотви и его псов. Но нынче мы не пируем. Мы прячемся за облаком страха. Но может быть иначе. Мы не позволим мальчишке наступить нам на горло. Мы клан Ворона. Наша судьба в наших руках. Ты знал, что твой отец даст клятву Харальду? Не знал. И оттого мой гнев полыхает еще жарче. Но я не собираюсь впадать в отчаяние. Мы не можем остаться здесь, под сапогом Харальда, не разжигая войны. Но можем пойти дальше, в новые земли. В Англию. И построим там новый дом, свое королевство. Сыновья Рагнара Ладброка пришли туда 8 зим назад. Хватит ли там земли всему нашему клану? Земли хватит всем, жена. Из 4 королевств Англии лишь в одном царит мир. Не желаю носить ошейник Харальда. Я согласен. Это будет сага на века, о да. Чтобы обосноваться на новом месте, нужны время и средства. Но богатств Кьотви на это должно хватить. Нет. Они принадлежат отцу, и это справедливо. В Англии мы все начнем заново. Предлагаешь начать заново без денег? В чужой земле, где нас ненавидят? Серебро Кьотви сильно облегчило бы нам жизнь, Сигурд. Его одолел я, и я вправе взять его имущество. Наш уход не должен вредить моему отцу. Это время возрождения для всех. Если ты не согласен, я пойму. Оставь богатство Кьотви своему отцу. В Англии достанет добычи для всех нас. Ладно. Не хочу недомолвок между нами. Мудрый вождь признает нужды и мнения других. Значит, в Англию, пока не угас день. Берите только самое нужное. И не болтайте. Нам не нужно внимание воинов Харальда. Сколько ты слышала? Немало. Открыт новый путь, и странствие твое будет нелегким. Ты не уйдешь с нами? Я остаюсь ради матери. Но наши пути еще пересекутся однажды. До тех пор прощай.
Ветер попутный. Нужно отплывать немедля. Быстро же вы собрались. Отлично. Зову новых земель трудно противиться. Как и обещанию славы. Но оставлять позади дорогой сердцу дом непросто, без горечи. Колеблешься? Нет, вовсе нет. Все уже решено. Тогда пусть судьба ведет нас. Ты готов? Я готов. Пора выйти в море и пуститься в путь, пока нас не задержали. Мы опоздали. Гляди. Судьба летит быстрее, чем мы. Знамя Харальда. Сигурд, зачем вы здесь собрались? Что ты затеял? Исход, отец. Это лучшее изгнание. Если мне не быть королем на родине, я начну новую сагу. В Англии. Что за вздор? Твое место здесь, со мной. Тебя ждут иные победы, иная слава. Мой выбор сделан, отец. Ты не убедишь меня. На пути к славе нетрудно сбиться с дороги. Не позволяй ложным победам ослепить тебя. Ты говоришь о ложных победах? Старый медведь, лишивший себя чести, один раз преклонив колено? Чем дальше я уплыву, тем громче стану петь. А я стану его якорем. Лучше тебе стать его сердцем. Да хранит вас в пути Эгер. Время слез кончилось, жалкие тюки с шерстью. Пора приналечь на весла. Береги силы, Дарк. Впереди у нас океан. Ладно, ленивый Бакроу. Сигурд, куда мы плывем? Сыновья Рагнара поселились где-то у побережья. Мы отыщем. Драги, свой! Развеселим Хук. И разбудить богов! Пусть Тор пустит ветры, чтоб нам плыть быстрее! Впереди лежит океан, Эйвор. А за ним нас ждут новые владения. Ты много странствовал в Англии? Я провел лето в королевстве Мерсия. Славный край. Пышный и дикий. Сыновья Рагнара, верно, взяли себе лучшие земли. Ты хочешь вступить в их войско? Пусть они вступают в наше. Скоро вся Англия узнает о клане Ворона. Наша слава прогремит в их королевство. Так в Англию! За славой и судьбой! В Англию! В Англию! Или в Вальгалу!
На лекции в Кембриджском университете доктор Сиерки заявила, что наука не в силах ответить на эти вопросы. После выброса корональной массы в 2012 году сила магнитного поля Земли увеличилась в 50 тысяч раз. Это привело к сильнейшим помехам в спутниковой и радиосвязи, к возникновению опасных радиационных зон у полюсов и постоянному северному сиянию, которое мы сейчас наблюдаем из окна. К сожалению, мы не знаем, почему это происходит, и если быстро не найти ответ, это может изменить нашу жизнь, наши способы связи, даже наше развитие навсегда. По словам доктора Сиерки... Принес еще электролитов. О-о-о! С новым цитрусовым вкусом! Спасибо, Шон. Как все это исправить? Как вышло, что ты ключ ко всему? Ты далеко от дома, Эйвор. Красиво, но неестественно. Я никуда не собираюсь. Пока что. Очередной спутник. Черт. Я бы рада развлечься, но есть более важные дела. Уф, уж лучше я дойду до города. Мятный чай — это вообще-то не чай. Это настой мяты. То есть мутная водичка с травой. Называй его как хочешь, Шон. Так ты его купил? Конечно, родная. Извини, что пришлось прерваться. Генератор начал тарахтеть. Ничего, отдохну пока. Как тебе поток данных Анимуса? Комфортно? Да, кажется, поток стабильный. Славно. Дай мне минутку, и сможешь продолжить. Еще один спутник вырубился. Видел? Ага, спутник Абстерго. Супер. Теперь чуть ли не во всей Северной Америке нет сигнала GPS, так что супер относительный. Да. Какая-то пиррова победа. Ну все, порядок. Возвращайся в Анимус, как будешь готова. Тебя было непросто притащить сюда. Надеюсь, ты того стоишь. Посмотрим.
Так славно. Спокойно. Шон не терял времени. Привет, Лейла. Шон, что скажешь об этой могиле? Ну, она опровергает давнее представление о том, когда европейцы впервые прибыли в Америку. А так, это просто кучка грязных костей, разве нет? Не расскажешь об этой штуке, что у меня на шее? А, стабилизатор настроения. И? Он ведь безопасен? Нет, все нормально, просто хочу узнать, что нет побочных эффектов. Не должно быть. Он блокирует только внешние раздражители. То есть, ну, не влияет на тебя. Шон, знаешь, в том году я ничего не могла сделать. Я пыталась сопротивляться. Понимаю. Прошлая команда... Ну, по крайней мере, мы такое видели. Но если хочешь работать с нами и понять, почему мир второй раз за 8 лет на пороге конца света, носи эту штуку, пока не разрешат снять. Приказ Уильяма. Знаю. Не проблема. Всего пару недель. Пока не поймем, что к чему. Хорошо. Да, ты прав. Шон, поставишь это в холодильник? Конечно. Полминуты. И помни, помидоры в шкаф, а не в холодильник. Добро пожаловать. Главное, не забывайте складывать мусор в мешки и поливать цветы каждый день. Да, наверняка забуду. Шон, не забывай поливать цветы, пока я там, ладно? Добавлю напоминалку и набью тату на ноге. Когда-нибудь я посплю на настоящей кровати. Как ты? Лучше. Но я боюсь снова попасть под 2 потока данных. Не могу обнадежить. Сама не понимаю, как так вышло. Будто 2 разума делят 1 мозг. Боль, как от заряда дроби в голову. Поток данных из ДНК этого викинга очень плотный. В нем много помех. Может, это жезл создает помехи? В смысле? Головные боли, срывы. Все началось с появлением жезла. Ты ведь не пытаешься оправдаться... За смерть подруги. Боже, нет. Что ты? Прости, ты не переживай. И если почувствуешь, что теряешь контроль, скажи нам. Я держусь. Стараюсь. Ладно, приступим. Из Норвегии в Англию плыть около недели. Я перемотаю. Лейла, ты как? Прости, можно включить запись еще раз? У нас есть расшифровка. Если ты что-то ищешь, я могу... Я хочу послушать.
Ладно. Извини, что озадачила, но... Послание привело нас сюда, к скандинавской могиле в Северной Америке. И эти кости — наша единственная ниточка. Единственный шанс спасти планету, пока не поздно. Вот оно. Я жил. Я умер. А теперь сплю. Я сплю и вижу сны. И в этих снах мне предстает злой Рок, вновь подстерегающий наш мир. Найдите родича волка. Ярость бури. Найдите меня. И спасите всех нас от гибели. Как-то тревожно от этого. Это серия звуков. В ней только координаты. Может, еще что? Других идей нет. Ладно, я готова. Поехали. Вот, Англия, наш новый дом. Не чета Норвегии, но скоро мы подчиним себе этот край. Я рад видеть любой берег, и мне уже не терпится вновь вступить на твердую землю. Не стоит торопиться. Перед нами простираются лишь земли саксов, королевство Мерсия, враждебный край. Враги расставят ловушки и спрячутся среди деревьев. Нужно поберечься. Рандви, суши весла! Ждите нас! Ты заметил там что-то? Пока нет. Лучше мы обезопасим для вас путь. Следуйте за нами, когда солнце коснется горизонта. Поняла. Да благословит вас всех Тор. Скоро увидимся. Вперед! Да! Я готов ко всему, что приготовили для нас эти пахари-альвы. Тут нужно быть осторожным. Сыны Рагнара ожидают нас? Пока нет, но они не будут возражать. Из четырех королевств Англии сыны Рагнара захватили лишь одно. Остальные ждут нас. Значит, мы вступим в войско братьев? Нет, нет. Мы поговорим с ними, обсудим все. И поделим эти земли между собой так, как захотим. Смотрите, это что, город? Скучные дома и одна единственная руна их робкого бога. Ее называют распятием, Даг. Их бога принесли в жертву на этом кресте. Им украсили монастырь, дом для жрецов. Они молятся кресту, на котором убили их Христа? Странно. Мы вырезаем статуи наших богов и почитаем их. Взять хоть жертвы Одину Одноглазому. Но не возносим хвалы волку, что убил его. Вот в чем разница. Пусть саксы кажутся нам странными, нас они воспримут не лучше. Молот. Вот символ, достойный бога. Этот крест слетел бы от одного удара молнии. Смотри, что они делают? Топят свою жертву.
Так, это крещение. Неужто ты так мало знаешь о Христе? Что? Я просто позабыл. Да и разговор хотелось как-то поддержать. В том месте верно только жрецы и молящиеся. Причалить и разграбить дом их бога будет легко. А что, там хранится много сокровищ? Всегда. Они подносят своему богу серебро и самоцветы. Там их будет уйма. Позже, да. Сперва поселение. Пограбить еще успею. Сюда, все к берегу. Высадимся здесь. Путь преграждает цепь, протянутая через реку. Нужно убрать ее и плыть дальше. Цепь? Ее можно разрубить? Она слишком прочная. Но в том лагере точно должен быть способ убрать ее. Я пойду. А я отправлюсь вместе с тобой. Нет, Дак, останься. Ты будешь защищать корабль в случае чего. Хороший план. Пустишь во врага стрелу, а топор будешь держать под рукой? Что-то в этом роде. Осмотрись вокруг.